Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Как ваша жизнь молодая? Сегодня у нас будет вот такой аппетитный наш желтый крем. Вот. Я тут уже немножко, чтобы помягче стал, его размочила. Это у нас знаменский. Кстати, последний кусочек. Покушаем, что такая голодная. Невероятно вкусно. По рекомендации нашей милой Марточки пью молоко. Мало хруста. Это у меня кусочек Анны.
молоком очень сытно. Такип чилерим, насылсыңыз, эймісіңіз. Бұл сары келбілен тәбешерінің ады Знаменский. Любила. Молоком очень сытно. Просто. Опять насморк. Извиняюсь. До сих пор меня не покидал. Запах Знаменского очень вкусный. Я вообще люблю Знаменский. Тоже. Ну, остался такой кусочек. Я вам сейчас покажу. Вот это. Знаменский вот такой. Больше нету. Туркестан светлый. Это что-то с чем-то. Какой запах. Бұл кел. Түркістан ашық кілең. Топырақ құйыл. Извините.
смогу. Это я как будто бы съела целую порцию лагмана. Сверху еще три манты. Вот такое ощущение. Так наедаешься. Шуан, тебе шерпекильный сут пряничный. Сутлен біраз ағырымыш. Ама зарары олмас деді. О езден. Санки бір бұшук порцион кебап едім. О кадар. Не осталось. Спасибо вам всем. Я вас люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы со мной. Пусть у вас всегда будет дома уютно, тепло, весело, радостно, счастливо. Вот. Teşekkür ederim takipçilerim. Sizi çok seviyorum. My dear, thank you. Thank you very much. I love you. Туркестан светлый же. Надо проглотить. Ни в коем случае нельзя его. Ни в коем. Я его так люблю. Воды у меня не осталось, правда. Не взяла даже. Только молочко думала, хватит. Целая кружка не хватило. Но очень жирно. И с молочком, может, безвредно, но тяжеловато. Угу. Ну что, спасибо, мои дорогие. Завтра среда. Прямой эфир. Кто хочет, пожалуйста. Welcome. Буду вас ждать. Так, пчелорам, ярын саат 7-де. YouTube-да конуша билдирис. Сорунларыңыз олса, сора билдирсіңіз. Завтра в 7 вечера. Но я думаю, что, может быть, еще будет видео сегодня. Вот. Надеюсь. Сейчас я уже побегу по делам. Ну что, пока-пока. Люблю вас.